Всем привет, меня зовут Елизавета Близнюк, и я участвую в конкурсе от канала MGM. Этим летом я ездила на Иссык-Куль. Иссык-Куль — невероятной красоты озеро. Отдыхали мы в спортивно-оздоровительном лагере «Дельфин». Ездила я с тетей. Тетя работает в юридической академии. Юридическая академия каждый год устраивает спортивные игры между преподавателями. Если чувствую, лагерь очень красивый. Тоска, собираю рюкзак. Лето в сердце поет, манит нас и зовет. Иссык-Кульский маяк. Путь не близкий, не далекий. Удивительный край. Ждет меня там незнакомка. Ждет затерянный рай. Это будет в июле на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой. Это будет в июле. Ну а ночной Иссык-Куль потрясает еще больше. На Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает. Понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает. Предпоследний день была зажигательная дискотека. Как прекрасны те дни, золотые. Также академия устроила большой костер. Мы с тобою одни, в страсти нежной любви. Перламутровый пляж. Пожалуй, это самый большой салют, который видел за всю свою жизнь. На Иссык-Куле мы провели 4 прекрасных дня. Если чувствую я, дверь стучится, тоска, собираю. Из-за соревнований не было времени на видео, но зато было время на фотографии. Поет, манит. Также в лагере был очень большой и очень красивый пирс. Путь не близкий, не далекий. Удивительный край. Ждет меня там незнакомка. Ждет затерянный рай. Это будет в июле на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся. Купались мы только 2 раза, так как было довольно холодно. На Иссык-Куле. На Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною накрывает, обнимает. Понимаю, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знает, как порхает сердце мое. Также в лагере был музей Юрка. В него сходить не получилось, так как он был закрыт. И волшебный пейзаж. Мы с тобой
твое отойди. В страсти нежной любви перламутровый пляж. Лето кончится вскоре, и дождь пойдет проливной. Но киргизское взморье увезу я с собой. Это будет в июле на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой. Это будет в июле на Иссык-Куле. На Иссык-Куле, где ласковый прибой нас волною. Главное летнее приключение я вам уже рассказала. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.